Как наши граждане любят порассуждать о газовых котлах. Они обожают просто рассказывать, как у них круто, как у них все отрегулировано. А еще есть гении, которые рассказывают о мифических графиках каких-то, как они движутся, где спады, где подъемы. Как обывателю это не вперлось вообще. Лично мне хотелось бы, чтобы специалисты показали тупо мануал. Котел Вайланд Турбофит. Сначала вот эту рукоятку крутим до упора влево. Он как бы отключается. Потом нажимаем и удерживаем эту кнопку. Появляются нули. Вправо крутим рукоятку до 96. Нажимаем. 26 появляется влево снова, до того момента, как появится 11. Еще раз нажимаем. Вот с левой стороны пипи получилось 8. К примеру, ставим двойку. Это мощность котла от 100 до 70% мощности. Сейчас здесь 90. 0,0 это 100%. Потом нажимаем и удерживаем эту кнопку. Перескакивает, крутим вправо, 2, 3. Это 70%. Давайте я поставлю на 100. Опять нажимаем, удерживаем. Все, перескакивает, нажимаем эту кнопку один раз и нажимаем второй раз. Включаем.